Но скажу вам, что по отзыву всех святых отцов, что все-таки главным моментом, самым главным, это не значит, что другие отпадают, самым главным, я бы сказал, элементом, что ли, духовной жизни, составляющей духовной жизни, если хотите, проницающей всю духовную жизнь, является, конечно, молитва. И я вам скажу самое печальное, что мы часто слышим о молитве, необходимости молитвы, надо молиться и так далее. И вся наша информация об этом на этом и заканчивается. А на самом деле, сегодня вот я хочу немножко с вами поговорить о том, что если человек действительно хочет проводить христианскую духовную жизнь, что довольно редко встречается, прямо вам скажу, если он действительно хочет, то оказывается, есть о чем говорить, когда мы упоминаем слово «молитва». Молитва, по уверению отцов, есть мать добродетели и дверь ко всем духовным дарам. Слышите, какое сильное утверждение? Мать добродетели и дверь ко всем духовным дарам. Возникает вопрос, какая молитва? Что нужно учитывать при молитве? Какие опасности встречаются на пути того человека, который хочет молиться? И самое главное, может быть, то, что должна быть ревность к молитве, желание молиться. Потому что очень легко рассуждать о молитве, о всяких ее сторонах, и, кажется, говорить о молитве. Но если нет ревности к приобретению молитвы, вы слышите, странное дело, к приобретению молитвы, вы представьте только себе. Кажется, захотел – и молюсь. Ну, не хочется или некогда – и не молюсь. Нет, друзья мои. То, что мы, к сожалению, называем молитвой, это какие-то, знаете, наскоки. Можно приобрести, оказывается, молитву. И именно это и должно являться, если хотите, целью каждого христианина, независимо от того, монах он, мирянин он, священник, кем бы он ни был, приобрести молитву, а не просто, знаете, так иногда вскочить или побыть там, где читаются молитвы и так далее. Это очень важно. И я сегодня вам хочу... Просто хочу что сделать? Обратиться к очень известной книге «Откровенные рассказы странника», которая написана очень увлекательно. Я помню, когда мне было, я не знаю, ну, 20 лет, конечно, не было мне еще тогда, лет, может быть, 17, когда я прочитал эту книгу, все, я твердо решил, я теперь занимаюсь молитвой Иисусовой. Вот так. Духу у меня хватило, не помню, на день, может быть, или не знаю, на час или на день. Ну, в общем, что-то уже не помню, но совсем на немного. Книга увлекательная. Она прям увлекает. Увлекает заняться молитвой Иисусовой и достичь тех благодатных состояний, восторгов, сладостей, о которых она пишет. Эта книга, скажу вам, сейчас стала настольной в католических монастырях, вместе с книгой Игнатия Лойолы о духовных упражнениях. Приезжал сюда один ректор одного из понтификальных институтов из Рима, понтификальных, то есть папских институтов. Кстати, его одежда была красочная, что... Ну, это... Если посмотреть на него... Ну, у нас все как положено, так, аккуратненькие, чистенькие рясы. Все так, все. И вот приехал он, вот таких вот сапожищих, огромнейших, хотя сам он такого роста не обладал, чтобы им 50 подпоясанный каким-то ремнем, там это, в небрежном подряснике. Да, самое, что поразило больше в его облике всех, я помню нас, это вот что. Время от времени, когда он читал лекцию, а он проводил лекцию у нас в том малом актовом зале, да, он попросил, и мы присутствовали, все студенты, преподаватели. Самое интересное, что было у него. Время от времени он отпускал какие-нибудь каламбуры. И нас поразило. Вся физиономия его, физиономия вся становилась к
красочно улыбчивые глаза ни на йоту. Гримасу улыбки, а сам смотрит. Какое впечатление! А гримаса улыбки. Я помню, нас всех это поразило. Как будто это, знаете, не человек живой, а вот какая-то машина, которая раз, знаете, и она делает гримасу улыбки. Причем такой улыбки, рот до ушей, все это. Глаза ни на одну йоту, ни на одну йоту не содержат в себе. Вот это, знаете, то, что содержится в улыбке всегда. Какое-то веселье, если хотите, радость, что-нибудь. Так вот, когда он приезжал, то, в частности, в своей лекции он упомянул, что сейчас особенно интересует западное католическое монашество. Что две вещи, сказал он. И мы сейчас обратили усиленное внимание на это. Именно на индуистские медитации. Нас очень заинтересовал, говорит, сам механизм. Что это такое? Да, в чем он заключается? И второе – откровенные рассказы странника. Ну, там, говорят, это иноверные. Здесь вот ваши православные – откровенные рассказы странника. Потом, когда я там бывал, на Западе, то оказалось, что действительно монастыри католические, можно сказать, ну, не знаю, все не все, но мне говорили, что это во всех монастырях, мужских и женских, эта книга стала настольной. В чем интересно, что этой книгой, как вы, наверное, знаете, одно время увлекся даже епископ Феофан Затворник. В 1883 году он уже предпринял усилия для ее третьего издания. И он о ней так хорошо отзывался, издал. Через 10 лет его реакция, его оценка превратилась прямо в противоположную. Он стал запрещать ее читать и прямо пишет, почему. С тем, чтобы вы не впали в прелесть. Это очень любопытно. Любопытно, кстати, с той точки зрения, чтобы показать, как многие святые постепенно проходили путь духовной жизни. А не так, как мы. Святой – все. Он уже и не родился уже святой. В любой момент жизни мы ссылаемся, что он написал. Ой, оказывается, как нужно быть осторожным. Да, есть у них развитие постепенное. И вот на нем, кстати, вот кто бы взял бы эту работу, очень бы интересную работу, посмотреть на его пути, этого святителя, как у него шло духовное развитие. Как он то рекомендует там переводить какую-то француженку, да, о духовной жизни работу, то потом против католицизма выступает вовсю против прелести. То эти откровенные рассказы странника, то это спор с Игнатием Брянчаниным о телесной или духовная душа и ангел. Он прямо, куда цензура смотрит, и вдруг в последних письмах пишет об эфирности души и ангелов. Уже не упоминая епископа Игнатия, эту свою дискуссию, а просто говорит, вот так. То есть у него интересный шел процесс. И не удивляйтесь, он же был воспитанником Петербургской академии, которая всегда отличалась тем, что там особенно близость к Западу и западное влияние было очень сильно. Вот. И, в частности, его вот эта вот точка зрения на духовность души и ангела, она же полностью картезианская, Декарта. Ну, вы проходили. Полностью соответствует этой философии. Вот, я говорю, у него много этих вещей. То говорил о душе мира, даже писал, который на Пятом Вселенском соборе, знаете, это было осуждено, да. И вот этот его процесс бы показать, ой, как бы это было полезно для всех. А то мы сразу или ничего, или уже святой. Какая глубокая ошибка. Святость – это процесс, да, а не скачок с первого этажа на 101-й. Ну вот так, друзья мои. Вот учитывая вот этот... Ну, то, что я вам католиков, я вам привел в пример, что они заинтересовались откровенными рассказами странника, я думаю, вы поймете, почему. Вот сейчас мы с вами попробуем пройтись по этой книжице, проанализировать ее
Вы тогда поймете, в чем дело. Она очень импонирует нашему ветхому человеку. Сразу достичь. Что там отцы какими-то десятилетиями, да, это трудились. Тут сразу можно, оказывается, достичь этих состояний. Вот то, что нам и хочется. Вынуть рыбку из пруда без труда. Ну, а теперь давайте попробуем именно на основании этой книги. Меня это интересует не сама по себе эта книга, хотя я думаю, что для многих и это неплохо бы знать, видеть, каково ее содержание в самых таких центральных, главнейших моментах, касающихся молитвы. Да, ну, это и для, я еще раз говорю, для многих это неплохо знать это. Первое, и что нередко можем встретить, с чего начинается молитва? С чего она начинается? Вот сразу, так сказать, могут быть разные варианты. У странника она начинается, он молодой человек, ему порядка 20 лет. Вот, да. Вот с чего начинается? С любопытства. Он вдруг услышал в церкви, что непрестанно молитесь. Любопытство, по-моему, такое, ничего худого-то не видно. Непрестанно. Что это такое? Как это можно? Как можно непрестанно молиться, да, занимаясь всякими делами? И однажды я так до часу ночи проспорил с одним, да, уже теперь покойным, архиереем, да, насчет того, возможно ли непрестанная молитва, или она невозможна. Он мне доказывал, когда я смотрю телевизор, когда я читаю газету, когда я пишу трактат, какая может непрестанная молитва? Он симпатичный человек, кстати, я вам скажу. И я уверен, что он принят Богом при всех своих оригинальнейших, так сказать, воззрениях. Но самое было любопытное, конечно, что со следующий день, это была экуменическая конференция, на следующий день после, значит, у нас где-то мы легли во втором часу с ним, да, он вдруг только открыл заседание, это все европейцы тут, американцы, ну, экуменическая, международная конференция. Он вдруг просит слова и, с чего, и начал выступать. О чем? Все чуть не умерли, ничего не понимая. О том, что невозможна непрестанная молитва. Кто это такой вещи говорит? Те ошарашенные. Никакого отношения это не имеет к теме, к дискуссии, конференции. Ну, вообще все ничего понять не могут. Один я только сидел и ухмылялся. Мне-то все было ясно. Каковы истоки? Это было очень эмоциональное выступление. Да, он все сел, ему сказали спасибо. Мерси в Бог. Да. И начали обсуждать, ну, те вопросы, которые были на конференции. Но он сидел, он сел довольный. Все-таки он, да. Высказался, ему стало легче. Это было, ну, просто интересный эпизод, конечно. Ну, так вот. Первое, значит, его просто поразило непрестанно сильное желание и любопытство возбудилось во мне, говорит он, пишет он в этой книге «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». И она, эта мысль начала мучить, он начал искать, кто бы мог ему ну, объяснить и сказать. Сам он в этом пишет прямо, он ничего в этом, естественно, не понимал. И вот здесь произошли некоторые вещи, которые уж обращают на себя внимание. Как описано в этой книге, он встречает некого старца, обращается к нему, и тот, мы сейчас с вами поговорим о том, что ему конкретно советует вот этот старец. Сейчас только скажу в общем, а потом будем говорить о количестве молитв и так далее. Но, в общем, сразу ему советует сначала 3000 молитв Иисусовых, потом буквально через какую-то неделю 6000, потом еще через неделю 12000, и буквально через какой-то месяц уже делать более чем 12000 молитв. При этом все это у него совершается с необыкновенной легкостью.
Ну, что дальше происходит, об этом мы поговорим. Я не хочу сразу. Но только он пишет, что при этой вот очень таком скоростном, я бы сказал, режиме он пользуется чем? В своей котомке он странничествует, он носит Библию и добротолюбие. Эти две книги, с которыми он не расстается. «Я шел уже более по ночам, а дни преимущественно провождал в чтении добротолюбия, сидя в лесу под деревами». Что он выбирает из добротолюбия? Об этом тоже поговорим. И как святые отцы предупреждают о том, каких отцов нужно читать, на что обращать внимание, а от чего нужно просто именно воздерживаться. Главное, что его уже целью стало, и он усиленно ищет на основании чтения добротолюбия, цитирую, «немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее». Ну вот в связи с этим я хочу обратить ваше внимание, что есть ступени молитвы. Их называют в целом две главные ступени. Они тоже подразделяются. Но главные ступени две. Первая из них – это то, что мы называем обычное, наше, естественное. Вот это понуждение, чтение, внимание. Вот. Так сказать, это молитва при собственных усилиях. Здесь все не так просто. В это время, как пишет святитель Игнатий, в это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу. Ну, тот, кто хоть немножко пытался, знает, что, во-первых, очень трудно молиться. Стишки читать, пожалуйста. Молитву только начал, и тут же внимание ускользает. Только опять привлек его, опять оно уходит. Требуется действительно просто настоящий просто труд, ну, громко можно назвать, подвиг, если хотите, чтобы постоянно возвращать свой ум к молитве, к вниманию. Постоянно он уходит. И в это время действительно страсти начинают, знаете, как разворошить змеиное гнездо. Что начинается? Вот первоначальные плоды молитвы в чем заключаются? Внимание – это первое. Первый плод – это у человека постепенно он хоть привыкает внимание и умиление. Оно может иметь очень разные степени, от самого элементарного до того, что святые отцы называют плачем. Далее плодом, после этого внимания, вот это когда человек действительно уже приобретает внимательную молитву и с умилением молится. Далее плодом молитвы бывает постепенно расширяющееся зрение своих согрешений и своей греховности, от чего усиливается умиление и обращается в плач. Обратите внимание, это разные вещи. Расширяющееся зрение своих согрешений и своей греховности. Вещи разные, пожалуйста, не смешивайте. Одно дело своих согрешений, когда я могу вот пересчитывать хоть по пальцам, называть то. И другое дело совсем – своей греховности, когда я вижу, что у меня вот этот мой багажник весь наполнен, и из него только по временам выскакивает то одна змея, то другая, то третья. Совсем разные вещи. Именно своей греховности, то есть видение, если хотите, своей зараженности вот этим грехом, из которой постоянно источает, в зависимости только от условий, в которых попадаю я, или смотря что попадает в поле моего внимания, выскакивают те или иные грехи. Это очень важно увидеть помимо грехов своих, увидеть свою греховность. Тот, кто видит только грехи, я вам скажу, это, ну, это самое, может быть, так сказать, начало. Важно увидеть, что действительно, оказывается, я весь пораженный. Просто зависит от того, с какой стороны меня ткнут пальцем. Кстати, скажу вам, что у странника на протяжении всей его книги, если вы когда читали, всех его рассказов,
не видно нигде, чтобы он жаловался на проявление каких-либо страстей. То, что он пишет, а здесь начинают страсти, приходят движения, начинают мучить человека. Здесь мы этого совершенно не находим. Тем более не находим у него нигде вот этого расширяющегося зрения своей греховности и своих прегрешений. О мученическом подвиге духовном, внутреннем, вы вообще не найдете там ничего. Напротив, там никакого мученичества, напротив, восторг и радость. Всю книгу идет. Вот. Он пишет о легкости, отрадности, несказанной радости и сладости сердечной. Об этом он пишет непрерывно. Всю его историю сопровождает это. Я вам не сказал, не оговорился, что этот анализ, вот этого странника, я делаю по творениям святителя Игнатия Брянчанинова, который, кстати, учтите, что чем он, еще раз повторяем, хорош. Если вы посмотрите, что он пишет о молитве, постоянные ссылки на древних святых отцов, и не только древних, и некоторых русских, он часто Нила Сорского, например, цитирует, Паисия Величковского, вот, и Василия Поляна Мирульского, да, даже называя старцем, святым старцем Серафима Саровского, вот, на Георгия Затворника. То есть я почему это говорю? Не от себя просто пишет человек, и не просто свои ощущения и переживания, а он дает базу, как мы бы сказали, научную базу. Как вы, если напишешь сочинение без ссылок, то вам скажут, так вы что это, что свои исповедь написали или что, свои убеждения? А что, церковное это или нет? Мало ли что, кому что понравится, кому как кажется. Нужно обосновать, показать, что это не просто моя личная точка зрения. А если бывает личные, то покажи, почему. Можешь ты привести целый ряд других свидетельств, тогда только. Свидетель Игнатий чем и хорош, да, что он постоянно, он укоренен буквально вот в святых отцах, постоянно обращается к ним. На их основании он говорит и пишет. Вот так. Так вот и здесь по святителю Игнатию. Вот этот первый период, значит, сопровождается чем? Вот возбуждением, если хотите, вот этих страстного состояния, когда, так сказать, разбередили мы эти раны. Во втором периоде, как он наступает, этот вопрос другой. Да. Благодать Божия являет ощутить на свое присутствие действие, соединяя ум с сердцем. Ну, интересно, столько лет мы находимся в духовной школе, в духовной, слышите, я вот все-таки предлагаю ее в богословскую переименовать бы. Или как сейчас, факультеты теологические. И мы даже не знаем, а что это такое соединение ума с сердцем? Что это за странное явление? Да. Кажется, вот бывает, я бы сказал, такой пишут они, момент именно, когда человеку-подвижнику, подвижнику молитвы, да, даруется вот то, что именуется соединением ума с сердцем. Тогда молитва становится непрестанной, тогда молитва становится благодатной. То, что хочу обратить ваше внимание, что и непрестанная молитва может быть неблагодатной. Может, что называется, ну, как бы самовнушение некое происходит, если вот много, часто, но может это произносить и без внимания, и это беда. Без понуждения себя к ощущению, к переживанию своих грехов, без понуждения к покаянию, тогда молитву можно приобрести непрестанную. Может она оказаться таковой и такой же бесплодной. Есть непрестанное просто, которое может служить, если хотите, этапом к благодатной молитве. Но она возможна только тогда, происходит, когда соединяется ум с сердцем. Вот.
когда, как он пишет, эта благодать, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться, не парить, непарительно, или что тоже, без развлечения, сердечным плачем и теплотою. При этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом. Вот это интересно. А? Оказывается, вот что может произойти. Но чтобы достичь второго состояния, необходимо пройти сквозь, о, говорит хорошо, первое. Необходимо выказать и доказать основательность своего произволения и принести плод в терпении. Однако, говорит он, и на первом этапе, и на втором, душою и целью молитвы в том и другом состоянии должно быть покаяние. Целью, вы слышите? У странников это ничего не... Там цель совсем другая. Я вам уже говорил, как раскрыть благодатную сладость, эти переживания и так далее. Вот, между прочим, святитель Игнатий здесь цитирует преподобного Симеона Нового Богослова. Кстати, те вещи, которые странник никогда не цитирует. Он цитирует другое. А вот что. «Хотящий взойти на высоты молитвенного преуспения, да не начинают идти сверху вниз, но да восходят снизу вверх, сперва на первую ступень лестницы, потом вторую, третью, наконец, четвертую. Таким образом, всякий может восстать от земли и взойти на небо». Слыхали? Четыре ступени. Ничего себе! Вот это да! Это какие четыре ступени-то? Надо посмотреть, любопытно. Итак, я думаю, как просто. Молись себе, и все. Во-первых, он должен подвязаться, чтобы укротить и умалить страсти. Во-вторых, он должен упражняться в молитве устной. Когда умалятся страсти, тогда молитва, естественно, доставляет веселье и сладость языку, вменяется благоугодной Богу. Слышите, когда? То есть страсти возбудятся, проявят себя, и, наконец, когда они умалится. В-третьих, он должен заниматься умной молитвой. Слышите? В-третьих, он должен заниматься умной молитвой. Что же это такое? Святитель Игнатий объясняет. Здесь, разумеется, молитва, совершаемая умом в сердце. Молитву внимательную, новоначальную, просто внимательную, при сочувствии сердца. Отцы редко удостаивают наименованием умной молитвы, приближая ее к более устной. Слышите, интересно. Даже тогда, когда человек молится с участием сердца, это еще не умная молитва. Редко, когда называют ее умной. А лишь тогда, когда совершается умом в сердце. Об этом еще будем тоже говорить. В-четвертых, он должен восходить к видению. И дальше Симеон Новый Богослов говорит. Первое составляет принадлежность новоначальных. Второе – возрастающих. Третье – достигших крайнего преуспения. Четвертое – совершенных. Обращаю ваше внимание, это постепенность, которую никак нельзя нарушать. Странник нигде о ней даже ее не замечает. Почему? Ну, понятно. Вопреки вот этому непреложному закону последовательности прохождения, постепенности, он стремится немедленно раскрыть себе благодатную сладость. Об этом еще мы и поговорим. Так вот, что такое ум и сердце в молитве? Что это такое? Речь идет о соединении ума с сердцем. Это очень важный вопрос.
Прежде всего, надо сказать о чем? Что этот таинственный акт соединения по преподобному Симеону Нового Богослову, соединение ума с сердцем, находится только на третьем уровне. Слышите? В-третьих, он должен заниматься умной молитвой. На третьем уровне. Совершается, как уже мы говорили, особым действием Божиим. Святитель Игнатий уделяет этому вопросу, расшифровывает его особенно. Почему расшифровывает? Понятно вам говорю. Чтобы человек не вздумал мечтательно прыгать сразу на высшие ступени. И прежде всего говорит о чем? Если хотите, о временных границах. Он пишет, мало-помалу молитва устная перейдет в умственную, а потом и в сердечную. Но на переход этот нужны многие годы. Слышите? Вот видите, вот почему у нас еще нет с вами этой молитвы. У нас еще малые годы мы только занимаемся с вами устной молитвой. Причем иногда произносим ее слишком громко, наверное. Поэтому благодать, наверное, боится. Отпугиваем. При этом святитель Игнатий решительно запрещает мысленно искать место в груди, где ум мог бы соединиться с сердцем. Решительно запрещает. Для новоначального, я его цитирую, искание места сердечного, то есть искание открыть в себе безвременно и преждевременно явственные действия благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему науки. Такое начинание – начинание гордостное, безумное. Слышите? Ух, как предупреждает. Вот тебе завет мой, не ищи места сердечного. Если вы обратитесь к страннику, что он делает? Сам и другим советует. Итак, прежде всего, я приступил к отыскиванию места сердечного по наставлению Симеона Нового Богослова, ни больше, ни меньше. Сразу на третью ступень. Закрыв глаза, смотрел умом, то есть воображением в сердце, желая представить себе, как оно есть в левой половине груди, и внимательно слушал его биение. Слышите, чем занимается? Так занимался я сперва по получасу, несколько раз в день. В скором времени начало представляться сердце и означаться движение в нем. Далее я начал вводить и изводить Иисусову молитву вместе с дыханием в сердце по наставлению святого Григория Синаита. Сперва я этим занимался по часу и по два, наконец, почти целый день. Это же он советует одному слепому. Я тебе все прочту, что относится до сердечной молитвы, и укажу способ, как отыскать место сердечное и входить в него. Слышите, человек прямо начинает с этого. Насчет Григория Синаита еще я вам скажу, что он пишет еще, поговорим. Да. Святые отцы, пишет Игнатий, строго воспрещают употребление способности воображения. Повелевает содержать ум вполне безвидным, не запечатленным никакой печатью вещественного. Напротив, падшие духи стараются возбудить нас действие воображения. Слышите, откуда это идет? Ум во время молитвы должен иметь со всей тщательностью сохранять безвидным, отвергая все образы, рисующиеся в способности воображения.
Образы, если их допустит ум в молитве, сделаются непроницаемой завесою, стеною между умом и Богом. Ух, как насчет воображения-то. А тут, видите, все сердце и биение, все на свете. В то же время он говорит, к преуспению в молитве и покаянии должны стремиться все христиане. К упражнению в молитве покаяния святые отцы приглашают всех христиан, слышите? Всех христиан. Напротив, они строго воспрещают преждевременные усилия взойти умом в святилище сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва еще не дана самим Богом. Воспрещение это сопрягается со страшной угрозою. «Умная молитва», говорит преподобный Нил Сорский, повторяя слова преподобного Григория Синаита, «выше всех деланий и добродетелей глава, как любовь Божия, бесстыдно и дерзостно хотящий войти к Богу и чисто беседовать с Ним, нудящийся стяжать Его в себе, удобно умерщвляется бесами». Бесстыдно почему? Тот, кто не очистился от страстей и уже пытается этим заниматься. Еще один момент любопытный. Странник в своде отеческих уроков, где-то в этой книге, помещается пункт. «Отыщи воображением место сердечное под левым сосцем, и там установись вниманием». Обратите внимание, обращаю ваше внимание, чисто даже такое внешнее, воображением под левым сосцем, и там остановись вниманием. Святитель Игнатий пишет, что концентрация внимания на нижней части сердца в высшей степени опасна. Старающиеся привести в движение и разгорячение нижнюю часть сердца приводит в движение силу вожделения. Некоторые подвижники, не зная этого, и занимаясь молитвой Иисусовой, начинали хулить молитву Иисусову. Увидели, что вместо, кажется, ожидаемого мира души и очищения в них эта похотливая страсть начинала действовать со всей силой. Другие же принимали это действие, вот эти возбуждаемые кровь и нервы, принимали как действие благодати. Кстати, именно в этом состоянии находились те, которые впадали в прелесть. Вот, оказывается, какая опасная даже вещь. Даже ум концентрировать в этом определенном месте оказывается, как опасно и каким последствиям может привести. Какие благодатные действия? Каково действие благодати в молитве Иисусовой? Ну, во-первых, предупреждают все святые отцы. Видишь молодого, летящего на небо, стащи его буквально за ноги на землю. Все тут же, только начал, вот как странник, уже все, уже состояние сладости и чего только нет. Да, святые отцы решительно предупреждают от этого. Кстати, вот видите, стоит только заняться молитвой Иисуса вот таким вот путем, сосредотачивая свое внимание вот там, под левым сосцем, как он пишет, и ища именно благодатных состояний, очень легко, оказывается, можно их достичь. Только они будут не благодатные, а лукавые. Кстати, вот эти экстатические состояния христианских мистиков, да, говорит о возможности приобретения вот этих вот состояний.
вот этих переживаний сладостных. И все нехристианские мистики, и христианские, находящиеся в прелести. Еще вот я вам говорю, вот католические святые в этом отношении просто великолепная иллюстрация. Они же все достигают этого. Все это есть не что иное, как прелесть. Святитель Игнатий пишет, если в тебе кроется ожидание, ожидание благодати, остерегись, ты в опасном положении. Такое ожидание свидетельствует о скрытом удостоении себя. А это удостоение свидетельствует о таящемся самомнении, в котором гордость. За гордостью удобно следует прелесть. Прелесть существует уже в самомнении, существует в удостоении себя, в самом ожидании благодати. От ложных понятий являются ложные ощущения. Из ложных понятий и ощущений составляется самообольщение. К действию самообольщения присоединяется обольстительное действие демонов. Видите, какая цепочка идет. Поэтому он предупреждает, не ищи в молитве наслаждений. Они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Не устремимся к исканию наслаждений при молитве нашей. Искание – это есть обольщение. Воспрещается безрассудное, разгоряченное стремление к открытию в себе благодатной сердечной молитвы. Воспрещается потому, что причина его – неведение или недостаточное знание и гордостное признание себя способным к благодатной молитве и достойным ее. Если вы почитаете странника, то вы увидите, что прямо противоположное. У него активное искание сердечных переживаний, благодатных плодов. С воодушевлением говорит, что отцы святые ободрительно уверяют, как доступно и легко можно достигнуть сих сладостных внутренних ощущений в молитве. И сколь они вожделенны, как то сладость, теплота, восторг, радость. Он даже не сомневается, что все его ощущения сладости – от света. Даже нет сомнений никаких. Он живет ими, с упоением говорит об этом, пишет. Иногда сердечная, сладостная теплота разливалась по всему составу моему. И я умиленно чувствовал при себе везде присутствие Божие. Иногда ощущал внутри себя величайшую радость от призвания имени Иисуса Христа. И познавал, что значит сказанное им «Царство Божие внутрь вас есть». Да. Испытание, испытывая таковые и подобные сим насладительные утешения, я заметил, что последствия сердечной молитвы открываются в трех видах – в духе, в чувствах и откровениях. В духе, например, сладость любви Божией, внутренний покой, восхищение ума, чистота мысли, сладостное памятование Бога. В чувствах – приятное растепление сердца, наполнение сладостью всех членов, радостное кипение в сердце, легкость и бодрость, приятность жизни, нечувствительность к болезням и скорбям. В откровениях – просветление разума, понятие Священного Писания, познавание словес твари, слышите, отрешение от сует и познание сладости внутренней жизни, уверение в близости Божией и любви Его и так далее просто. В качестве своего вот рода, ну, обоснования, что ли, он приводит слова Григория Синаита. «Сердечное действие не может быть прелестным», слышите, «но умалчивает обучение Григория Синаита о прелести». А вот святитель Игнатий цитирует Григория Синаита. «Обычно уму, особенно в людях легкомысленных,
преждевременно стремится к усвоению себе высоких молитвенных состояний. И потому должен тщательно рассматривать себя, чтобы не искать преждевременно того, что приходит в свое время, и чтобы не отвергнуть того, что подается в руки, направившись к исканию другого. Свойственно уму представлять себе мечтанием высокие состояния молитвы, которых он еще не достиг, и извращать их в своей мечте или в своем мнении. Святой Игнатий пишет: «Святые отцы Восточной Церкви, особенно пустынножители, когда достигали высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения сливались в них в одно покаяние». Странник, благодаря употребляемой им практике молитвы, с поразительной скоростью, как я вам говорил уже, достигает желаемой цели. Недели через три, как он начал заниматься, я начал чувствовать, что как-то насладительно кипело в сердце. Я прилагался в восторг. Иногда чувствовалась пламенная любовь к Иисусу Христу. Менее чем через неделю, слышите, менее чем через неделю, когда странник сказал вот этому слепому, как нужно искать место сердечное, и там останавливаться, менее чем через неделю того же достиг этот слепой. Дней через пять этот слепой начал чувствовать сильную теплоту, и по временам он начал видеть свет. Иногда представлялось ему, когда он входил в сердце, что как бы сильный пламень зажженной свечи вспыхивал сладостно внутри сердца и, выбрасываясь через горло наружу, освещал его, и он при сем пламени мог видеть даже и отдаленные вещи. Через пять дней. Замечательно. Святитель Игнатий поэтому писал: «Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения. Они соделались не только чуждыми Бога, но и исступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг. Этот род прелести ужасен. Он одинаково душепагубен, как и первый, но менее явен. Он редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, но растлевает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума отцы назвали его мнением», то есть мнением о себе. Как относиться к сновидениям? Странник очень положительно. Он сообщает, что изредка видывал во сне и покойного старца своего, который много толковал ему в добротолюбии, наставлял его и даже делал пометки углем на полях книги, его книги. Интересно, что странник принимает все эти сонные видения без какого-либо сомнения и прямо следует, более того, тому, что сказано ему было в сновидении. «Сей случай уверил меня в истине сновидения и богоугодности блаженной памяти старца моего. Вот я и принялся читать добротолюбие по тому самому порядку, который указал мне старец». Это тот старец, благодаря которому он буквально за несколько недель достиг всех вот этих восторгов, сладостей и так далее. А святитель же Игнатий приводит по поводу снов такие слова Иоанна Лествичника: «Верующий снам подобен гонящемуся за своей тенью и покушавшемуся поймать ее». Сам святитель пишет так: «Нам надобно знать и знать, что в нашем состоянии
еще не обновленным благодатью, мы не способны видеть иных сновидений, кроме составляемых бредом души и наветом демонов. Очень интересные встречаем наставления там старца, старцем называет странник, вот это того, кто ему давал наставления. Хочу предварить их следующими словами Исаака Сирина. Кстати, надо иметь в виду всем нам. Не следует тому, кто передает знания ученикам, с самого начала подводить их к совершенному знанию предмета, не научив их прежде, как следует, буквам алфавита и чтению по складам. Также очень плохо, когда высокое предлагается прежде, чем проработано низкое. Это Исаак Сирин пишет. Все не настаивают, вообще, вы знаете, удивительно, на постепенности, решительно запрещают прыжки. А с чего начинает старец, вот тот старец? Какие советы дает 20-летнему, еще ничего не понимающему в духовной жизни этому молодому человеку? Прежде всего, это поучение из добротолюбия Семена Нового Богослова, Григория Синаита, Каллиста Игнатия Ксенфополов, Никифора, то есть отцов, наставления которых давались не новоначально, в современном смысле этого слова. Святитель Игнатий предупреждал, делателю Иисусовой молитвы весьма полезно прочитать примечание предисловия схимонаха Поляны Мирульского Василия на книге таких-то святых. И перечисляет, их перечисляет Григорий Синаита, в частности, дальше Исаия Иерусалимского, Исихия Иерусалимского, Филофея Синайского, Нила Сорского. По прочтении сих примечаний чтение всего добротолюбия делается более ясным и полезным. Это, знаете, как вот ключик. Вот. При чтении отцов не должно упускать из виду и того, что меры новоначального их времен – суть уже меры весьма преуспевшего в наше время. Применение отеческих наставлений к себе, к своей деятельности должно быть совершаемо с большой осмотрительностью. И приводит слова Григория Синаиты. «Всякий, проходящий излишне усиленный подвиг молитвы, отслышания или учения, погибает, как не стяжавший руководителя». Как нужно быть осторожным? Вопрос о молитве и прочих добродетелях или заповедях. Здесь все не так, оказывается, просто, как тоже кажется. Вот этот старец, значит, странника, говорит, «Стяжи матерь, и произведет тебе чад, говорит святой Сирин Исаак. Научись приобрести первую, то есть, во-первых, молитву, и удобно исполнишь все добродетели». Кажется, вот, ну, действительно. Стяжи молитву, исполнишь, достигнешь всех добродетелей. А я посмотрел-то Исаак Сирин, что он пишет в данном случае. А у него совсем, здесь речь идет совсем не о молитве, а о законе последовательности в приобретении добродетелей, об опасности нарушения которого предупреждают они. Опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей. Помните, какие этапы в молитве? Сколько их? 4 ступени. При каком условии и когда только она появляется? После искоренения страстей она становится уже какой молитвой? Здесь просто наоборот. Только исполнение заповедей Христовых и покаяние – вот что является основой правильной молитвы. Сущность подвига
заключается в исполнении заповедей Евангелия, а не чего-нибудь другого. Истинное исполнение заповеди Спасителя – единственный признак любви к Богу, принимаемый Спасителя. Схимники же вот в рассказах все дело сводят лишь к одной молитве. О заповеди просто ничего, речь, к сожалению, не идет. Другие заповеди, они все как следствие или как второстепенные. Вот, и в результате получается просто искажение. Вот, например, один из них говорит, «Многие о деле молитвы рассуждают совсем превратно, думая, что приготовительные средства и подвиги производят молитву, а не молитва рождает подвиги и все добродетели». Слышите? Мы касаемся очень важного вопроса. Что первично, что вторично? Что является причиной, что следствием? Святитель Игнатий, ссылаясь на святых отцов, целый ряд отцов, прям пишет, «Особенное попечение, попечение самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Опыт не замедлит открыть у молящегося теснейшую связь между заповедями Евангелия и молитвой Иисусовой. И эти заповеди служат для этой молитвы тем, чем служат елеи для горящего светильника. Без елея светильник гаснет, разливая вокруг себя дым зловония». Тут еще целый ряд высказываний. Ну вот Макарий Великий, например. «Кто принуждает себя исключительно и всеусильно к молитве, но не трудится о приобретении смирения, любви, кротости и всего сонма прочих добродетелей, не внедряет их в себя насильно, тот может достигнуть только до того, что иногда по прошению его касается его божественной благодать. Если же получивший не приобучит себя к прочим добродетелям, упомянутым нами, и не стяжет навыка в них, то или лишается полученной благодати, или, вознесшись, не спадает в гордость, или не преуспевает более и не растет». Вот это очень важно, друзья мои, да, потому что думают, занимают молитвой, а самого не тронь. Самого не тронь. И самолюбие, и тщеславие, и гордыни действительно, и отсутствие элементарной кротости, да, и элементарных вещей. И думают, что он занимается молитвой. Ничего подобного. Там, где нет борьбы со своими страстями, да, там молитва сама по себе ничего не дает. Потому что и сама молитва-то она к чему? Почему она существует? «Господи, помилуй меня!» В чем? «Помоги мне бороться с моими страстями». Сама молитва-то, это же не есть что-то отдельное. Молитва – это обращение к Богу о помощи. Помочь мне жить по заповедям, а не просто молитва по себе. Да. А вот насчет, вы сказали, отношения к сновидениям. Вот, ну, это понятно, что нужно с недоверием, потому что это как, там, бред души. Но как вы считаете, вот бывает, что близкие родственники у кого-то умирают, там, родители там, и там бывает, что они там приходят там некоторое время, там, и ну, такое отношение, что там они бывают просят молить там все, потом уже не перестают появляться. Как вы, что вы можете? Ну, в отношении, ну что я? Я вам скажу, как советуют святые отцы. Они говорят, когда к нам прикасается действительно ангел, то душа испытывает некий мир, и мы получаем доброе назидание, назидание к добру, к исполнению заповедей Божьих, и мир. Когда прикасается не демон, то обычно смущение, какое-то сумятица некое. Вот. То есть нет вот этих вот состояний мира, успокоения и стремления к заповеди, к исполнению жизни по Евангелию. Поэтому они говорят, что по этому признаку мы можем как-то ориентироваться. Ориентироваться все-таки видим. Если это призывание действительно к молитве, к покаянию, то, ну что же, хорошо. Пусть даже независимо, кто бы это ни сказал. Не жеваты, хотя бы это и искушение было. Как помните Антония Великого, как искушал демон? «Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю. Не этим ты победил меня».
но смирением. Ну-ка, Антоний, возгордись своим смирением. Слышите? Да, так что, дело вот, бывают, конечно, сны. Бывают сны, но общее правило отцов – крайне осторожно относиться к этому. И более того, как к видениям, говорят они, если ты не примешь даже истинного видения, Бог тебя не осудит, а похвалит за твое смирение. Так и в отношении снов. Оставим истинные или ложные, а то, что мне пришла память о своих родных, и что действительно о них помолиться надо, ну что ж, спасибо, кто бы это ни сказал. Кто бы ни сказал мне. Я думаю, вот может быть, вот такое отношение, то есть не я думаю, а кажется, вот именно вот такое отношение рекомендуется по отношению к снам.